Ну а сроки уплаты штрафов нарушителями ПДД увеличены вдвое. В четверг вступили в силу поправки в административный кодекс, согласно которым нарушителям для погашения квитанции дается не 30, как раньше, а 60 дней. Если привлеченный к административной ответственности автомобилист не вложится и в этот срок, его дело переходит в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Санкции при этом становятся жестче.